Найти работу по силам и желанию может каждый волокжанин, в том числе и пожилого возраста. 21 ноября в городском центре занятости прошла ярмарка вакансий для пенсионеров. Расскажет об этом Александра Шер. Работа, конечно, такая... Я знаю. То есть опыта-то не было работы, да? Пенсионерка Татьяна Николаевна Савинская всю жизнь проработала в торговле, но и после выхода на заслуженный отдых сидеть без дела не хочет. На ярмарку в городской центр занятости пришла первый раз, рассматривает все варианты. Хочу вот кондуктором, если возьмут, может быть, на троллейбус или что-то. Есть же много вот в офисах дежурят, вот на телефоне. Ну, конечно, не связано бы с таким физическим трудом, потому что уже и возраст не позволяет, и здоровье в другой раз. Сегодня на ярмарке для пенсионеров вакантные места предлагали 11 городских предприятий. При этом каждый работодатель сформировал свои предложения с учетом возраста потенциальных работников. Вне зависимости от возраста мы можем предоставить работу любому кандидату, который заинтересован в работе. То есть для пенсионеров в том числе у нас много работает. Люди пенсионного возраста исправляются, они порой даже лучше, чем молодые специалисты. То есть у них и опыт есть, и желание есть. Посетителям ярмарки вакансий предприятие предлагает работу по упаковке и фасовке мороженого. Если будет желание работать дальше, обучение возможно в любом возрасте. Плюс официальное оформление и полный соцпакет. Такие условия подходят многим соискателям. Сегодня у нас представлено порядка 580 вакансий вот теми работодателями, которые присутствуют здесь. Представлен практически весь спектр профессий, которые есть в нашем городе, то есть это не обязательно неквалифицированный труд. Вакансии, начиная от заместителя директора, мастера, среднего технического персонала, ну и заканчивая, разумеется, неквалифицированным трудом. В последние годы активность волокжан пожилого возраста выросла. Они сами приходят в центр занятости, где для них подбирают места работы, предлагают обучение и подготовку. Такая тенденция, полагают специалисты служб занятости, поможет восполнить нехватку квалифицированных кадров не только в городе, но и в области. На сегодняшний день у нас уровень безработицы в области, наверное, один из самых низких за последние годы, где-то примерно 1,2%. И на сегодняшний день количество вакансий значительно превышает количество безработных граждан, официально стоящих на учете в службе занятости. Поэтому мы на сегодняшний день рассматриваем все возможные варианты стыковки работодателей с теми работниками, которые готовы и заинтересованы в трудоустройстве. Сегодня практически каждый третий вологодский пенсионер трудоустроен. При этом причины, по которым люди старшего возраста хотят найти работу, разные. Хочу на эти денежки, в общем, которые я заработаю, отдохнуть, съездить куда-нибудь. По итогам двухчасовой работы ярмарку посетили около 160 волокжан. Больше половины из них нашли необходимую информацию об интересующих вакансиях. 55 человек получили приглашение на собеседование. Александра Шер, Максим Тышковец, Вологда Портал.